Не отпускайте жизнь по течению. Самодельный плот с палаткой, который вот уже несколько дней кружил в акватории Иртыша и удивлял горожан, вернули на землю. Владельцами плавучего дома оказались два брата. Путешествовать мужчины планировали аж неделю. Впрочем, приключение закончилось уже в районе телецентра. Судно из бочек и досок не пришлось по душе инспекторам. Неуправляемая конструкция угрожала передвижениями большим судам. Братьев доставили на берег, где провели разъяснительную беседу.